9 сентября 2022 года. На юго-западе Китая произошло мощное неглубокое землетрясение. Силу подземных толчков ощутили на себе несколько уездов и городов в провинции Сычуань, в том числе и административный центр город Чэнду, в котором проживает 21 миллион человек. В уезде Лудин землетрясение было настолько сильным, что людям сложно было даже устоять на ногах. Сотни домов полностью разрушены. На многих появились трещины. Многочисленные оползни разбили дороги и скоростные магистрали. Повреждены несколько ГЭС. К сожалению, землетрясение забрало жизни по меньшей мере 70 человек. Кроме того, десятки людей пострадали и пропали без вести. В районе бедствия активно проводились спасательные работы. С каждым днем в разных концах планеты все больше людей оказывается в эпицентре бушующих стихий. Единая служба спасения – это реальный выход в условиях нарастающих катаклизмов. И мы можем ее создать в формате созидательного общества.